Так, надо ликвидировать. А на время это нет? Я у чайной Надеюсь, фабрики. Нет. Отлично, Аджай. Эти поля, их нужно спасти. Это будущее Кирата. Охраняй их. Убей солдат. Урожай не должен пострадать. И будь осторожен. Так надо. Ты нужен нам. Нет. Не надо. Подумаем пока что. Нифига там. Блин, что я сделал? Я засекать хочу. О, наверное, вот тут что-то мигает. Ну-ка. Ой. Стоп, а что нам надо? А, защитить! Ой, а я наоборот сорвать хотел. Ёлок твою дивизию. Стоп, еще раз. Ликвидируйте врагов. Все, пардон, я что-то тупо. Где хоть они, объясните? Блин. Не въехал немного в задание, но, как всегда, у меня первый блин комом. Ладно, давайте еще разочек попробуем. А то как-то нехорошо. Давайте. Мне кажется, знаете, если я буду тихо работать, они не будут. Или будут. В каком-то вообще другом месте очутился. Я у чайной фабрики. Отлично, Аджай. Эти поля, их нужно спасти. Это будущее Кирата. Охраняй их. Убей солдат. Урожай не должен пострадать. Давайте еще, может И будь осторожен. Если Ты проиграем, нужен то нам. Ладно. Я просто хочу посмотреть, если вдруг они меня, например, ну вот сейчас они меня не засекли. Будут ли они уничтожить поля или нет? Надо вот это проверить. То есть я, может, могу все тихо сделать гораздо. Потому что тогда это очень сложно получается. Ну, то есть, я сейчас шумиху подниму, они тут начнут нервничать, все, взорвут мигом. А, надо включить эти генераторы. Походу. Все, я в зоне задания, давайте их засекать. С аппаратом походим. Ну, давай, да вон, что-то... О. Есть уже парочку. Вот. Тебе не жить. Вперед! Опять я всрал, да, походу? Крупнокалиберными. Да, все, хана. Убить тебя будет сразу. Ссаная собака. Все, хана, походу, да? Ну все, давайте опять сольемся и будем еще осторожнее. Да. Все, походу. Как, где генератор самый? Вот это, да? А, давайте, может, меня пусть завалит, а? Нет. Ну да, пусть завалит, я еще раз задание сделаю. Эй, не дайте его подобрать! Давайте, как убейте меня. Я хочу заново начать, давайте. Я убью тебя! Или не все так печально? Ну, давайте. Давайте, убейте уже меня. Я хочу заново начать. Извините, друзья. Давайте. Все. Будем гораздо осмотрительнее. Я просто не хочу. Но это очень жесткое мясо. Если так делать, то действительно это очень сурово, скажем так. Блин, ну опять засекли. Да что ж такое? Так, все, осторожно. Осторожно. Я у чайной фабрики. Отлично, Аджай. Эти поля. Ну. Их нужно спасти. Это будущее Кирата. Охраняй их. Убей солдат.
Маковые поля. Урожай не должен пострадать. Будущее Кирата. И будь осторожен. Ты нужен нам. Я догадываюсь, почему. Маковые поля. Ну, явно они здесь не бублики с маком делают. Так, ладно, давайте. Сейчас будем всех зверюшек тоже засекать. Ссаные собаки, блин, эти. Максимально. Вот, смотрите, бочку, наверное, опасно взрывать, потому что... Даже взрывы это немного... Ну, так, а где маковые поля, мне бы знать вообще примерно. Так вот, ориентироваться, куда хотят бежать. Ну, явно это не все враги. Давайте мы... Блин, мне кажется, у нас по заданию мясо, месилово должно быть. Давай. Мне кажется, да. Потому что, ну, я даже не толком меня не засекли, а... Странно. Так, ладно, идем дальше потихоньку. Еще собаки опасные тоже. Вон еще собака. Глушак бы мне сюда. Кстати, на винтовку вроде бы должен ставиться глушитель, на эту я имею в виду. Вот. Ну что, давайте минусовать, может быть их нет, или... Там, по-моему, нет. Как-то сирену можно вырубить. Сколько их тут сирен, кстати, как узнать? Мне кажется, одна, нет? У меня такое ощущение почему-то. Ну что, давайте думать. Идем тогда потихоньку вот сюда. Как кто-нибудь собака увидит, если я быстренько прикончу этого солдатика. Незаметно, да. Давай. Вроде я тихо крадусь. Будет чудом, если доедут все. Неохота, чтобы замечали. Слушайте, еще мне интересно, если я его сейчас клинком замочу. Как вы думаете? Ну что же, не, как говорится, я уже говорил. Ты попробуешь, не узнаешь. А так, стоп. Вот. Ёпта, какого хрена я достал? Нет. А, встал. Может быть, тем даже лучше, нет? Не хочу домой. Попросился еще раз с подругой. Не, давайте не будем быстро убивать, либо будем. Так, Игорь, быстрее решай. Ладно, давайте сейчас. Надеюсь, собачка ничего не учует. Ой-ой. Только бы не услышал. Ну, иди сюда. Чё он там сидит? Что он там еще делает? Тут не зря перегородка, я думаю. Ну, сейчас проверим, давай. Сейчас мы подождем. Или он вообще не собирается идти? Что-то рано не заживает никак. Фиг его знает. Понятно, будет идти сюда. Так. Блин, это какой-то хрен идет сюда. Ладно, наверное, надо, знаете, что сделать. Надо сейчас спрятаться. Ага, то есть они вообще ходят непонятно каким образом, не по определенной траектории, может быть. Либо у них просто такая траектория разнообразная. Ладно, давайте. Давайте, давайте без давайте. Бесшумно по-любому у нас не получится. Вот сейчас, например. Если только не приедет. Хотя, может, и получится, но давайте. Увидит, как вы думаете, меня, если сюда пойдет. Ствол торчащий. Я тут ищу грузовики. Надо перевести опиум на северную фабрику. Давайте тогда. Грузовики с опиумом в пути день и ночь.
Они все тут такие бронированные. Один ножик просрал. Но уже хорошо, кстати. Так, а собака эти? Блин, пугает такой щенок, как меня замечает. Что, собачка будет она? Как вы думаете, меня заметит, если я... Точнее, она с первого раза, может быть, ее замочить. В голову, наверное, не с первого раза. Точнее, с первого раза должно быть, по сути это дело. А вот так на деле, не знаю. Все, мясо, горячка, Паш. Так, стоп. Сирену вырубаем. Надеюсь, я вырубил. А, что, не можешь вызвать или можешь? Гани мощные. Сдохни! Только в него всадить-то надо. Патрон почти нет. Ладно, давайте идем сюда. Тут должны быть патрончики. Вот. Нет, да? Ладно. Тогда берем наш автоматик и сажем его в вашу. Где собаки еще лают? Пулемет можно развернуть, как вы думаете? Конечно, можно, как же без этого? Так, там бочки, нет? Не, не бочки. Саны. Урод, ну все, хана. Правильно мы сделали, я считаю. Тут еще где-то ссаные генераторы нет. Так. Бей его! Бей! Вот они. Это было шикарно сделано. Башню мы светим. А что там, подмога что ли приехала? Шапка. Или что там тарахтит? Наверное, генератор. Амита, готово. Отлично, Аджай, отлично. Конечно, отлично. Спасибо. Но пол просто так не отступится. Пошлю подмогу. Продержись до ее прихода. Шикарно. Мы уже идем к вам. О, это ко мне, да? А, нет. Это наше, все правильно. А то я ж... Сначала подумал, что это наши, потом подумал, что это враги. Типа подумал снова, что это наши. Блин, на СВД бы еще патрончик. Где бы взять? Здесь ничего нет. Наверняка есть что-нибудь. Просто я опять же не вижу. Ну ладно, с третьего раза. Ну говорю, надо в тактике было просто разобраться. Точнее, как правильно тут поступить, надо было в этом разобраться. А, подождите. Либо... Армия идет с юга! Так, я не понял, мне защищать поля или нет? Где генератор тут воду, чтобы? Ну, ладно, пошлите на вышку тогда защищать. Пулеметчик еще. Какой маг? Солдаты какой... сжигают поля. Включи поливалки.
А, точно, я забыл про это поле. Ну как, ключи? Вроде тушили, да? Я ж поливаю, вроде, что не так? Так. Еще сюда надо идти, да? Где? Где еще горит? Что горит? Это что такое? Что у нас сейчас по заданию? Ну, я защищаю же. Да сучара, ну я же убил его. Текстурщик херов. Надо что-нибудь уничтожать. Где? Что ты взялся? Вроде не было. Так, почему там все горит? Я же там все вроде потушил. Или тут надо постоянно? Может, они выключили? Блин, реально. Ой-ой-ой. Маковое поле горит, написано. Так как тут... А где тут тушить-то? Не дайте захватить фабрику! Как тушить вот это? А, вон, наверное. Скорее всего, да-да-да-да, быстрее-быстрее. Так, дайте отпор, надо идти вот сюда. Вот ублюдки-то, а? Так, это наш. Они так. Идут с востока! Все, потушил там, нет? Надо глянуть. Ссаные уроды, где тут грену надо кунуть? Чё-то гудит где-то, я слышу. Так, нам туда сейчас. Ублюдки, а? Подожгли все-таки. Вроде облился, примерно. Понимаю, что делать. Где еще? Так. О, мульти нормально. О, высаживаем. Это еб еще что было. Так, что еще? Горит что ли опять? Да он же там подкаты делает. Попробуйте их! Что тут нужно было? Я тебя живьем зажгу! Что, он вырубил что ли? Так. Дробовик у него, да? Ёб твою. А куда идти-то? Подождите. Я вроде защищаю, все, нет? Взорвется, как вы думаете? Одного только почему-то. Пожар! Где пожар? Так. Почему горит? Почему мне сразу не написали? Блин, походу я всрал, да? Не, вообще нету. Там один. Да ёб! Я вообще офигели уже. 15 патронов. Вот это давайте. Тоже неплохая, кстати. Ушкенцы. Нет, здесь все нормально вроде. А, мне типа самому надо смотреть, где дымится. Все, сгорело, да? Подожди, здесь стоп, здесь все нормально. Почему-то у меня цель туда указана, хотя там все нормально.
Очень странно. Ну ладно. Наверное, пока что нормально, да? Если они могут отключить. Вот тут вижу, бежит. Да сдохни. Солдаты. Так, подождите, нам туда. Не-не-не, вот сюда нам. Откуда с севера? Оттуда, что ли? Почему выключен? Наверное, не опять. Где огонь? Не вижу огня. Там, что ли? Нет. Вот это огонь, это не тут. Попасть. Ёп, ну все, время. Ой, я убил своего, да? Там еще один. Зачем? Нет, нет! А. Стоп, стоп, подождите. Дети. Да ты... А, инъекторов нет. Вот жопа, а. Вот это фигня. Вот это фигня. Вот это фигня настоящая. Грен нету куча. Так, кто горит? Что горит? Я не вижу. Бронированные ублюдки. Что-то горит, что ли? Вроде туши. Блях, ты муха! Пулемет не можешь взять, скотина! Что там написано у нас? Выходи, дай я тебя убью! О, без ниндзя. Здесь коктейль молотов. Не знаю, зачем он, мы и так защищаем от огня. Так. Мелиорация! Мою мать, отдай! Неужели ты не понял, что Амите плевать на Тират? Тират — это не только люди. Это наша земля. Отравил землю, отравил все, за что боролся твой отец. Амита возглавляет. Хорошо, не злись, я твои задания тоже буду выполнять. Так уж и быть. Я уже приготовилась к смерти. Да ладно, не бойтесь, со мной. Контрольные точки есть, так что. Восстановимся. Обязательно. Собираем с них вообще. Так. А как их взять? Или это что такое вообще? Я на флоте. Так. Нужно что-то почитать. Ага. Стену там какую-то поставить. А где мне патроны-то взять, закупить? Чё, даже нет магазиночка никакого. Так, сколько у нас сейчас денег? Вроде более-менее нормально. Вот! Пулемет нафиг! Вот еще надо было их мочить тут. Кстати, можно заменить пулемет. На СВД, да, то. Ну ладно. Так, что у нас по оружию здесь? Что-то не перехочет перезаряжать, наверное, полностью, потому что... Так, грены. У вас всего одна граната. Нормально. Так, что у нас здесь? Здесь у нас что-то интересное должно быть. Тут. Так, это какая-то бочка.
аптечки бы. Аптечки. Да ладно. Так, ну что, давайте вот тут посмотрим. Опиум какой-то сраный. Так, сейчас нам нужно идти. Так, навыки нам дали. Что теперь надо делать? Так, враги подсвечиваются. 30 секунд. А нафига нам подсвечиваться, непонятно. Ну, давайте возьмем. В общем, в принципе. Так. Так. Смотрим, что у нас. Что у нас тут? Так, а нам нужно еще. А, да, по заданию-то я. Так, что это было? Новый инъектор, нажмите 1. 1, 2, 3, 4, Q. 1, Q. Нет, 1. Q. А, вот, это новый инъектор. Нам объяснили. Ну и по заданию нам вот сюда, видимо. Надо выполнить дополнительные задания. Вот. Но перед этим нам надо еще... А как посмотреть какие-нибудь, на, я думаю, что нас так сюда у нас незаметны будут какие-то травки, то есть растения. Я просто хочу, кстати говоря, что мне там надо. Так. Что это? А это все птицы. Птица-то ладно, мне медоед нужен. Медоед. Чё там у нас? Ладно, мне нужны какие еще раз? Так, это нам красненький и синенький. Может, здесь что-нибудь у них есть, нет? Ладно, куда нам там поближе-то как дойти, доехать? Нам просто нужны эти инъекторы. Ладно, давайте пока, наверное, сейчас мы этих замочим. А нафига? Этот аппарат лучше тем, что он сразу всех засекает, по-моему. А СВД только при... Если направишь, например, на них.